Привет, друзья, подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. В этом видео мы ответим на вопрос: перелив масла в двигатель, последствия, признаки и чем опасно. Как известно, на исправную работу мотора влияет как низкий уровень смазки, так и высокий. Поэтому внимательные автовладельцы часто проверяют уровень масла в своем двигателе. Возможны последствия перелива смазки. Когда масло в моторе выше нормы, последствия могут быть крайне неприятными. Почти в каждом случае это приводит к серьезному дорогостоящему ремонту, если не принять быстрых и правильных действий. Помимо очевидного превышения уровня на шупе, верным признаком переизбытка будет повышение расхода топлива. Приведу несколько наиболее часто встречающихся проблем. Какими могут быть последствия при повышенном уровне масла? Начинается деформация уплотнителей и герметических частей. В итоге давление системы уменьшается, а потребление смазки увеличивается. Затрудненный пуск мотора, особенно в холодную погоду. Усиленное нагарообразование в цилиндрах двигателя, появление кокса и отложений. Повышение нагрузки на масляный насос и сокращение ее ресурса. Вспенивание масла, в результате чего нарушается работа гидрокомпенсаторов и ухудшается смазка других нагруженных элементов. Усиленное дымление, попадание избытков масла в выпускную систему, загрязнение катализатора. Повышение уровня токсичности отработавших газов. Нарушение в работе системы зажигания по причине самосливания свечей зажигания. Быстрый выход из строя самих свечей. Часто происходит залив свечей. Зажигание работает очень плохо. Расход горючего повышается. Это происходит потому, что лишняя смазка оказывает дополнительное сопротивление движущимся в цилиндрах поршням и поршневым кольцам. Продолжительность работы ТВС и его мощность существенно падают. Еще одной неприятностью может стать появление сизного дыма из выхлопной трубы. Причины увеличения уровня масла в двигателе. Проблема с компрессией. Сильный износ сальников. Забит клапан. В двигатель изначально перелили масло. В системе смазки активно попадает топливо. В таком случае при снятии шупа заметнее будет запах бензина. В масляной системе попадает охлаждающая жидкость. В таком случае при снятии шупа заметнее будет, что масло поменяло цвет и превратилось в эмульсии. Если заметили лишнее количество масла в двигателе, рекомендуется незамедлительно слить излишнее моторное масло из двигателя. Это можно сделать самому, если есть подходящий шприц или в СТО. Ну и в конце видео просьба, если эта информация была интересным и для кого-то полезным, пожалуйста, подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо всем за внимание.